Тем или иным образом, как бы мы встретились. Поэтому я предлагаю все-таки за встречу. С уважаемыми людьми, с легендами, можно сказать, тех, кого мы слушали, да, еще с колыбели. В 1058 году я еще слушал, как говорится. Мы провожаем свой настоящий Старый год. А те годы, которые мы праздновали, мы за встречу. Советской власти, сейчас это все фальшивы. Это Homo Sovieticus навязал нам эти фальшивые старые годы. Мы сейчас за встречу. Чисто за встречу. Да. С вами. Да. За стрелку. С Валерием, с Александром, давай. С Викторией. Да, Алексей. Алексей, спасибо. Вика, ты знаешь, что мою старшую дочку тоже зовут Виктория. Давайте водички. Она возьмем. Находится в Торонто. Болезненно. Мне шампанского можно взять. Шампанского? Ничего себе, круто. Понедельник за руль, я чувствую, да? Ничего не за руль. Нет. Смотри, ты это. Не перехитри судьбу. Она всегда перехитрит. Не-не-не, он знает, что куда. Он знает. Лавля, знает. Да нет, всегда коллектив влияет. Это у нас уже знакомство. Да, ведь коллектив тем и силен, что чувство локтя дарит он. Воспитывая страсть к коллективизму, кто водку в одиночку пьет, тот коллектив не признает, тот страшный вред наносит организму. Налил себя? А мы одноразово увидели, смотрите. Лучше, больше всего. Спасибо. Запели метели, задули ураны, по новогодним огнях рестораны. Ты слышишь, как скрипки поют нам, поют нам. И то, что метели, уютно, уютно. Ты слышишь, как скрипки поют нам, поют нам. И то, что метели, уютно, уютно. А где-то, где-то стоит под штыком вологодский парнишка, а рядом бураны, буранят, буранят, убьют или ранят, убьют или ранят.
Я обладаю способностями и знаниями в итальянском языке или итальянской культуре и искусстве. Что могу сказать? Я пришел сюда, я никого из вас не знал до сегодняшнего дня. Сейчас я вас узнал, и между мной и вами пробежала какая-то искорка. За этой искоркой тянется ниточка. Не знаю, встретимся ли мы с вами в дальнейшем или нет, но моя симпатия к вам, ребята, ко всем, останется навсегда. Я очень рад нашему знакомству, я предлагаю за это выпить. Логично. И вижу рады. Не говори. Незнакомый мотив. Прилетел я туда. Бледной небу, ледяная звезда. Я тебя не искал, о, гранитное чудо. Просто пишут этюды грустные. Я тебя не искал, рассекают простор. Белых ночей, без неделости рода, град и мост, свернувшись с тобой, я тебя не знаю. Я тебя не знаю, мой гранитный чудо, просто не знаю.
которую давно уж никто не пел, юморную. Я надеюсь, она никого не обидит. Это было под солнцем тропическим, на сандвичевых, на островах. За окном лишь ветер поет.
чем от меня ты не жди. Почтальон к тебе не придет. Но дожди, дожди. За окном лишь нас своей любимой песней. Ну, не так, чтобы любимой. Здравствуйте. Но тут была итальянская тема заявлена, поэтому мы решили спеть итальянского. У меня песня с вкраплением, вернее, итальянского. Кто не понимает, у нас вот есть уважаемый переводчик. Он переведет, переведет, переведет. Венецианская называется эта песня. Мимо домов и дворцов венецианский транзит под ожерельем мостов.
Thank you.
Одесса, мать Одесса. Вы хотите песенных, если нет. Автор здесь вам присутствует вживую. Еще, ребята, мы все готовы. Начинаем. Вы хотите песен? Их есть у меня в прекрасной Одессе, гитарой звеня. Пройдись по бульвару, швырнись по садам, услышишь гитару, увидишь и сам. Пройдись по гитаре, швырнись по садам, услышишь гитару, увидишь ты сам. Эх, Одесса, моя Одесса, Ростов, папа, шлёт привет. Есть здесь много интересу, фраера покоя. Эх, Одесса, моя Одесса, Ростов, папа, шлёт привет. Есть здесь много интересу, подчеркну, автор этой песенки здесь среди нас — Рудольф Израилевич Фукс. Спасибо вам за такое наследие.
Находитесь в клубе «Неформальная песня»
преддверии наступления нашего старого Нового года, который является истинным Новым годом, а не тот, который был нам навязан советской властью. Сейчас я хочу сказать несколько слов о человеке, ради которого создавался наш клуб. Это Аркадий Дмитриевич Северный. И вот на майке, вот здесь на майке нашего замечательного клавишника, как раз он держится за предмет жевания, а зуб. Поэтому, глядя на эту картинку, я написал такое стихотворение. «Зуб даю, что будет год хорошим. Зуб даю, что будет славный год. Все исчезнут снежные пороши, и растает на дорожках лед. Будут все они посыпаны песочком, чтоб никто не падал никогда. Год пройдет, и скажет дочка: снова миновала нас беда. Снова миновала нас беда». Сейчас я хочу представить нашего нового члена нашей музыкальной общины, будем так говорить, Виктории, которая, возможно, впервые выступает перед широкой публикой. Она является автором менестрельных песен. Хочу напомнить начало нашего гимна: «Мы барды, менестрели, акины и ашуги, мы песнями взлетели, вздымая крылья руки. Мы шансонье, мы сингеры, мы скальды минизингеры, мы песенки из сердца и для души поем». Прошу вас, Виктория, спасибо, покажите, чем занимается новое поколение. Ну, сама песня называется «The Road of Sleeps and Dreamings», «Дорога сновидений, мечтаний, грез». Вот. Just now, if you want.
Не только послушать, а возможно и подыграть. Барабаны мы вам дадим. Барабаны едут. Ну, раз зашла такая тема, тогда за Одессу. Какие песни пел на полосе нейтральной, когда границы открывались предо мной, какие груды тел я в час официальный им выворачивал по капле по одной. Никто спорить со мной, я человек прямый. Такого города на свете не сыскать. Недаром все его зовут Одесса мамой. А слово «мама» надо понимать. Недаром все его зовут Одесса мамой. А слово «мама» надо понимать. Какие кичи знал и из каких я тыкал. Конечно, не Централ, но замок Сен-Жервьёз на острове стоял, хранил нас от побега на память прутьев. Никто не спорь со мной, я человек упрямый. Милее города на свете не сыскать. Недаром все его зовут Одесса мамой. А слово «мама» надо понимать. Недаром все его зовут Одесса мамой. А слово «мама» надо понимать. Какие власти знал и грозных полицейских, да полицейских, фараонов и копов. Ловил чутьем сигнал, свисток или сирена, и заползал в карманы их клопом. Никто не спорь со мной, я человек упрямый. Милее города на свете не сыскать. Недаром все его зовут Одесса мамой. А слово «мама» надо понимать. Недаром все его зовут Одесса мамой. А слово «мама» надо понимать. Какие банки брал в Монако, в Амстердаме, где сейфы молча открывались предо мной. Но каждый день я тосковал по маме. Ой, об Одессе! По маме, мамечке родной. Но каждый день я тосковал по маме. Ой, я по Одессе, по маме, маме, мамечке родной. Эх! Никто не спорь со мной, я человек упрямый. Такого города на свете не сыскать. Недаром все его зовут Одесса мамой. А слово «мама» надо понимать. Недаром
все и уйдем в Одессе мамой. А слова надо понимать. Замечательно. Господа, сейчас я открою вам маленький секрет. Эта песня написана вашим покорным слугом, слугой. Но совсем недавно нам попался оригинальный текст этой песни, который вот этот куплет «Никто не спорит со мной». Я человек упрямый. Такого города на свете не сыскать. Это настоящий народный текст. Но, к сожалению, когда ко мне попала эта песня, вот эти слова только были. Они меня настолько увлекли, что я вот сочинил этот самый текст, который сейчас Леня Лонжерон вам спел. Но так как к нам попал уже настоящий текст, и мы вручим его сегодня этому ансамблю, то в другой раз, возможно, мы услышим настоящий текст этой песни, который гораздо лучше того, который сочинил ваш покорный слуга. Не включай. Они проходят. С долинами и с непокорный город. Давай, бары, мы с тобой. Давай сойдемся для переговора. Как долго воевали мы с тобой. Давай сойдемся для переговора. Есть выход, просто сдаться в плен, но ведь тебе и в плен меня не надо. От крепости уж может что стоит, и матери этих храбрых снега, нелепости на твой суровый вид. Навек одних упрятал человека, на боль суровый. Навек одних упрятал человека. Мои ж бойцы, как рыцари, стоят, как ветер снежи, страшно, как наяды. Но есть один предатель, это я. Себя так предал, нет мне пощады. Есть один предатель, это я. Себя и сделал, веком я пощады. Как думал он, седлая путь коня, простясь своей мечтой, своей сказкой. Как думал, Соломон сын мудря, прощаясь со своей царицей самской. Как думал, Соломон сын мудря, творческий. Господа, вы же не вина, когда-то, два раза одинаково не бывает. Когда-то я ухаживал за одной очень известной дамой. За Пугачевой. Может быть, я уже забыл ее имя. Мы думали за Кшесинской. Но дело в том, что я для нее был слишком мелок, и на все мои старания она довольно холодно отвечала отказом. Ну, когда мы уже окончательно расстались, вот пришли мне в голову вот эти стихи, Андрей, которые я положил на музыку. Сейчас вы их услышите. Называется «Атаки кончены» или «Поражение». Успели.
вступление. Атаки кончены, как не ступит отплыть. Дали длиться непокорной горой. Как долго, воеводы, мы с тобой. Давай сойдемся для переговоров. Черную шляпу, поеду я в город, и там я всю жизнь пролежу на соленом, как могла, полежу, и там я так и всю жизнь пролежу. На соленом, как в облак. Лежу, наближу, я и млею. А жизнь своей не жалею. Лечится берег морской со своей неуемной. Спасибо.
очень мрачные. Я найду на болезнь вопрос. Я пойду поездом дачным, улыбаясь сердцу промеж нос. Я погибну под поездом дачным, улыбаясь сердцу промеж нос. Покроется злая пучина, погибли шикарные мужчина. Останется черная шляпа, останется берег озор со своим невыемным мозгом. Останется берег озор со своим невыемным мозгом. Веселый багрянец закурлыкала светлая грусть голосов. Каждый лист приглашает на медленный танец, на прощальные вальсы осенних колесо. Не вчера рукою махнул на ошибки. Я тебе свою позднюю нежность принес. Снова тоненький месяц играет на скрипке. Смогушек продрогшие вперед. Снова тоненький месяц играет на скрипке. Чуть касаясь смогушек продрогших берет. Как друзей загадочно нас окликает, мы крутим голове на далекой заре. Я сегодня другой, да и ты, дорогая, как рябина на снегу. Сейчас бы тебя сокрушить за месяц, где полынь поливает, темнеет молчком. Ну играй же, играй же, полынь месяц, но ты зрёный дороги. Играй, играй, молодец, но ты
дорогая моя, этот медленный танец. Мы сегодня с тобой господа, сейчас на заседание нашим молодым девушкам и людям, конечно, мы все молодые, самый молодой из вас я, поэтому я сейчас вам спою назидательную песню и для себя в том числе. Юным душам, ветреным поборам, I'm nice.
человека. Красота в душе человека. И юным душам ветреным погодам. Начертан один мудрец курсивом. Хочу прочитать вам стихотворение известного поэта Бориса Слуцкого. Все его знаете, но стихотворение редкое из его, так сказать, интимной лирики. Называется «У меня была комната с отдельным входом». Итак, «У меня была комната с отдельным входом, а я был холост и жил один». И всякий раз, когда была охота, я в эту комнату знакомых приводил. Мои приятели жили с тещами, с женами, похожими на этих тещ, слишком томными, слишком тощими, старыми, усталыми, привычными, как дождь. Каждый год, старее на год, рожая сыновей и дочерей, жены становились символами тягот, статуями нехваток и очередей. Мои приятели любили жен, они вопрошали все чаще и чаще: что же ты не женишься? Эх ты, пижон, ну что ты понимаешь в семейном счастье? Мои приятели не любили жен. Им нравились девушки с молодыми руками, в глаза которых раз погружен, падаешь, падаешь, словно камень. А я был брезглив. Вы, конечно, помните, и тупых вопросов не задавал. Я просто давал им ключи от комнаты. Они просили, а я давал. Молодец! Как нам это все знакомо? Господа, сейчас наш друг, я бы сказал, пламенный рыцарь одесской песни. Андрей, микрофон. Скажи что-нибудь. Его надо сюда подвинуть. Поет нам еще очередной перл одесский, который, безусловно, нам всем придется подушать. А я бы предложил разбавить одесскую песню песней московской. Вернее, это, конечно же, Аркадий Дмитриевич, но был у него цикл московской песни. В Москве ночные улицы. До минор. В Москве ночные улицы, в неоновых распятиях, у ресторана умницы целуются в объятиях. Среди них и ты влюбляешься в 17,5. В чужих ногах валяешься с глазами небо синее. Забыла чистопрудную, в хмельных домах ночуешь ты. Забудь тебя там чудною и по рукам хочешь, кому-то жадно пущешь ты, пойдешь дорогой длинною, потом глаза.
глаза заплаканы, 17 с половиной. Ночные улицы в неоновых распятиях, у ресторана умницы целуются в объятия. Глубоко уважаемый вагонный вожатый, наш сегодня не пришел на работе. Мы имеем конкретного человека в виду, Севовский Миша. Он у нас работает водителем трамвая, приглашен, но он, как всегда, работает. Поэтому наш дорогой барон, у нас есть барон настоящий, барон фон Эдгард. Вещи по своему осмотрению. Волк-одиночка, а сумерки ложатся нынче рано, и первый снег багульник серебрит. Тайга большая, только места мало, как к ночи так душа сильней болит. Луна глядит на волка одиноко, и он остался на земле один. А волчья доля так порой жестока, да нет на это видимых причин. Над усунувшей тайгой лунный свет волк один на один с луной много лет. Под песень его стынет кровь. Он не поет про то, как вел он сталь, а солнце вниз, там солнце греет. Нашли в раскладке красные мельгали, а он все гнал быстрей, быстрей, быстрей. Когда затихли лайки из картечи, почуял серый запах смерти, распад гнездо, вся стая полегла. Над усунувшей тайгой лунный свет волк один один с луной много лет. Он ей песню запел пролет, под песен его стынет кровь. Еще пел, как вызвать ночи, пронесся серой тенью и махал. И так за ним догонку, что из мочи метнулась свора лающих собак. И он их вел, когда-то стаю. Луна дрожала в зеркале реки, распадный век заметил догоняет. И развернулся, щелкнули клыки. Вожак стоял, как призрак павшей стаи, но нет флажков и некому стрелять. А первый снег талой крови тает, и он сюда пришел не умирать. Взял за легко на вски под горло снизу, мой приутих, второй в крови хрипел. Рванул вперед туда, там калом смел, а делать свое дело он умел. Как усунул
Русская группа, пионер лагерь «Пыльная радуга», наверное, мало кто слышал, если я вообще слышал. Точно. Вот. И песня называется, ну, пожалуй, «Я передумал». Одна из тех песен, которые мне очень нравится. Их репертуар. Которая называется «Пролетарочка». Как на фабрике. Сенька слесарь. Слесарь рабочий простой, и она была пролетарочка.
запленила пролетарочка черновокая, ты красивый вечерний цветок. Ай, ты девочка, ты жестокая, поцелуй паренька под красоткой. Ой, ты девочка, ты жестокая, thank you.
Мой приятель студент, молодой повеса, мне слепил документ из-за БХСа. Я гляжу на него и глазам не верю. Неужели мои будут с евреем? Побежал прямо в губ, прямо к дяде Моне. Нужен финский костюм, нужен плащ повольный. И, конечно, макет, и пальто в придачу. А не то на старый хер не достроишь дачу. Дядя Моня дрожит, испугался видно. А вообще жид как жид, держится солидно. А потом стал бегать, очевидно струсил. Вынул финский костюм из махера. Я одет и рад, 10 магазинов. Девки сзади бегут, рабочий керосин. Успокоился зверь, ну а между прочим, я евреев теперь уважаю. Успокоился зверь, а между прочим, я евреев тебе.